Всем привет, дорогие друзья. Это Сова, и сегодня мы с вами продолжим играть в дополнение для Крафтзавод под названием Invasion, и где у нас будут некие летающие тарелки. Аня, кстати говоря, уже приземлилась где-то на краю локации. Нет, не исчезла. Но вот она. Вот у нас приземлилась летающая тарелка, но мы пока не можем туда добраться, потому что мы играем на максимальном уровне сложности, и пока у нас не будет хоть чего-нибудь похожего на броню, нас будут рубить решительно все. Значит, решением этого вопроса мы сейчас и заняты, добываем железо и немножечко, соответственно, дальше продвигаемся по сюжету. Этим мы сегодня и продолжим с вами заниматься, так что незамедлительно начинаем приступать. Я думаю, что мы откроем сюда портал для наших ребят. Во-первых, отсюда можно будет забрать побольше угля. Во-вторых, отсюда можно будет забрать всего остального. В-третьих, мы произвели некоторое количество кирок, которыми мы сейчас всех, соответственно, и снабдим. Вот так вот мы, наверное, как-то сделаем примерно. Мы их произвели с некоторым запасом. И вот этих вот железных штук нам должно хватить очень надолго. Буквально до появления мифриловых. Если, конечно, мы до них, в принципе, доживем. Пока что раздадим всем ребятам по дубинке. Хотя, на самом деле, дубинки — это все чушь собачья, но это лучше, чем ничего. А кому-нибудь мы, может быть, даже дадим вот такой вот железный топор, потому что он у нас один хотя бы, но есть. Их через некоторое время будет сильно больше, но пока что есть, что есть. Песочек нам тоже нужен, поэтому надо забирать отсюда все. Надо копаться вот там, надо копаться вот здесь. В общем, ресурсы надо забирать все, до которых сможем дотянуться. Главное не прокопать вот этот песок, потому что если на нас сейчас упадут жуки, нам будет конец. Поэтому до песка желательно не докопаться. Жуки нас сравняют с землей моментально. Здесь теперь выросло дерево. Надо как-то так. Я просто хочу отсюда все убрать. Для этого нужно успеть поставить здесь блок до того, как здесь вырастет еще что-нибудь. Кстати говоря, о блоках. Ну, в общем, они неплохо здесь выстраиваются. Ладно, пусть выстраиваются. Забирай отсюда все. Не вздумай только скопать вот здесь вот ничего, потому что иначе нам каюк. А железо вот забрать как бы не помешало бы. Но сначала придется срыть вот эту вот часть верхнюю. Пока ее не сроем, ничего хорошего не будет. Шестьдесят девять маны. 62 из них свободно. Ну, нормально. Я думаю, что вот так вот мы сейчас сделаем. Пока будем ходить на мане, пока есть такая возможность. А потом у нас мана будет вообще бесконечное количество. И, в общем, тогда мы вообще разгуляемся просто. А пока забираем вот это вот все. Здесь у нас и песочек, и немножечко глины. В общем, все это нам пригодится в обязательном порядке. Проблема только в том, что они доверху здесь не допрыгнут. Поэтому вот этот вот блок мы трогать не будем. Мы сроем вот это вот все остальное. Но, кстати, вот эту штуку нам тоже неплохо было бы срыть. Так что сюда придется поставить еще один портал. Просто потому, что можем. Так, еще немножечко уголька здесь добудем. Ну и, в принципе... Так, и, в принципе, скорее всего, мы сейчас сможем сделать топоры себе. А через топоры мы сможем пройти железную эру. Вот эту. Топоров нам, в принципе, сильно много не надо, поэтому сделаем их ровно столько. Ну, плюс там один, допустим, который нам необходим для прохождения этого этапа. Дальше, в общем, смысла никакого нет это развивать. Там и без топоров нормально, они даже обычным кинжалом нож вырубают очень быстро. Ножом вырубают быстро дерево. Вот так вот будет правильнее сказать. Так что никаких проблем с этим быть не должно. Значит, что у нас здесь? Надо посмотреть, что у нас по панелям. Сколько мы можем сделать? Можем сделать только 48 штук. Не так уж у нас и много дерева. Но, тем не менее, тогда мы сможем заменить задние блоки. И заменить задние блоки вот здесь. И вот здесь заменить задние блоки, и вот здесь вот заменить задние блоки, и вот здесь вот тоже заменить задние блоки. 13 штук у нас еще останется, топоры, в принципе, сколько нам осталось? Один топор нам осталось сделать для того, чтобы мы могли перейти уже вот сюда куда-то.
Итак, простая мебель у нас есть, столярная работа у нас есть, переработка нам нужна. Для этого нам нужна глина, стекло, масло и что-то еще. Но для этого нам, опять же, нужна переработка стали сначала. Короче, все упирается в железо. Пока с железом не разберемся, дальше ничего не будет. Какой-то мешочек. Мешочек семян. Сюда мы не можем заходить, потому что нас здесь разорут на части. И у нас закончена новая технология обработка стали. Хорошо. Значит, по-хорошему бы... Нам надо бы забрать еще вот это железо. Сейчас мы посмотрим. Да, сюда я могу открыть портал без проблем, значит, мы его заберем. Это может быть и немножечко рискованно, но если мы не будем совать свои лапы вот сюда вот наверх, то, по идее, все должно закончиться хорошо. А мы совать свои лапы туда не будем, потому что хотим, чтобы все закончилось хорошо. Во. Становится постепенно симпатично. Может быть, не до конца, насколько я хотел бы, но, в принципе, симпатично. Теперь с железом пойдем разбираться. Значит, ваша задача, ребята, забрать отсюда решительно все. Уголь мы потом из чего-то сможем производить, я уж, правда, не помню, из чего. Хотя, может быть, в этом дополнении не можем, не знаю, хрен узнать. Ладно, неважно. В любом случае, железо мы отсюда забираем, потому что оно здесь есть, и потому что мы его видим. И давайте посмотрим, что у нас дальше. Значит, во-первых, у нас улучшенные постройки открылись. У нас открылась переработка. Стекло мы можем теперь делать. Стекло нам нужно будет для каких-то, по-моему, бутылок. Так, что у нас есть еще? Глина из говна и воды. Ну, это самая топовая технология. Потому что говна у нас до хрена, воды мы можем добыть. Поэтому глина — это прям то, что надо. Бутылочки. Чтобы играть в бутылочку. Это потом, пока нам не с кем здесь играть бутылочку. И я хочу посмотреть на предмет, во-первых, деревянных посохов. Нам недостаточно стекла, стекло нам еще сейчас делать. Ладно, пока сейчас будем крафтить постепенно. Мы будем в основном делать всяких магов и лучников, и, наверное, пару только воинов, потому что на этом уровне сложности другие особенно не выживают. Может быть, конечно, что-то поменялось, но раньше никто, кроме магов и лучников, сильно долго здесь не жил, скажем так. Может быть, сейчас что-то по-другому обстоит как-то дела. Так, еще хочу посмотреть магическим светом, что у нас здесь. Угу. А у нас здесь серебро и железо. Причем в представительных количествах. Да и вода. У нас тут и серебро, и железо, и воды добыть можно еще. Так, нам бы, конечно, как-то так сделать, чтобы мы могли сюда ходить. Но без порталов я боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Даже точно. Значит, сваливаю отсюда. Этот портал мы закрываем. Ну, пока что, значит, будем на порталах действовать. Раз мы можем действовать на порталах, значит, будем действовать на порталах. Значит, во-первых, нам надо разграбить вот эту вот часть. Во-вторых, нам надо будет разграбить вот эту вот часть. Во-первых, мы отсюда добудем камень, который нам нет-нет, да в принципе пригодится. Там что-то сверху еще упало. Кажется. А может быть и нет. Я явно слышал какие-то толчки. Но к чему они привели, пока непонятно. Значит, отсюда мы забираем железо и уголь. Снизу мы будем забирать серебро. Смотрите, прям что-то какие-то искажения идут. Адские. Ой, здесь, кстати говоря, и золото есть. Блин, там что-то есть. Там прям что-то делает какой-то рык. Это что еще такое? А, это этот. Жучары. Все, я вспомнил. Это же жучаркин. Так, идем убиваем жучарку. Если успеем убить жучарку, за нее что-то дадут, по-моему. Но, по-моему, нам дадут звездюлей и скорее в плохом смысле. Да. Да, битва с этим товарищем закончится не очень здорово. Очень жаль. Ну да. Хорошо не закончится. Кажется, у нас сейчас гномы здесь просто зарежут. Хотя, может, он успеет убежать, конечно. Но это не точно. Беги отсюда, дурак.
Не хочет убегать. Так, гном решил слиться. Ну, кто мы такие, чтобы запретить гному сливаться? Слился и слился. Ничего страшного. Один слился, новый придет. Будем мы пробовать его добить? Или хрен? Хрен с ним. Главное, чтобы он куда-нибудь не вылез и не наделал здесь делов. Так, я хотел посмотреть на предмет лука, но нам нужны веревки. А на веревке нам нужна шерсть, а шерсти у нас нет. Во-вторых, нам надо раздать нашим гномам... Так, сейчас давайте мы их немножко приоденем. Во-первых, нам надо раздать нашим гномам короба. Не у всех они будут, но у кого они будут, у того будут. Значит, короба... Ой, коробушка. Короба раздаем. Дальше эти штуки у нас есть. Ножовки, в принципе, нам не надо. С броней пока пофиг. Броня тут вообще не играет никакой роли на этом уровне сложности, кроме мифриловой. Так что на это можно забить. И посохи магов. Так, кто у нас? У нас есть какие-нибудь маги уже, нет? Нет у нас никаких магов. Допустим, магом будешь ты тогда. Мы будем тебя качать в мага. Плотник. И ты будешь магом. Плотник-маг будет. В принципе, издалека по ним постреливать можно. Если сейчас сюда придут маги, они могут быть... Может быть, даже смогут ему что-то там наделать делов. Но это если они придут. Потому что эта собака может дикая докопаться куда не надо. А нам бы этого не хотелось. И все пошли отсыпаться, да, после этой славной битвы. Дерьмо. Мы нашли зато драгоценный металл и получили за это опыт. Это нормально. Значит, что у нас еще? Деревянный посох. Мы можем делать еще несколько деревянных посохов. Нам нужно где-то найти овцу. Все овцы хрен знает где. Сюда портал можно будет открыть за 6. Это очень долго. Дорого. Очень дорого открывать туда портал, пока будем колдовать магическими заклинаниями, значит. Хоть какие-нибудь ребята с посохами, это лучше, чем никакие ребята с посохами. И у нас пришел новый товарищ, которому мы сейчас выдадим кирку. Еще тебе еще выдать. Мы тебе выдадим топор. Мы тебе выдадим булаву. О, а вот и колдуны пришли. Вот и отлично. Колдун, правда, один. У него нет ни хрена урона пока. Но все равно лучше, чем ничего. По крайней мере, он может атаковать издалека. Очень жалко, что ты, конечно, пришел сюда вблизи, потому что сейчас, походу, тебя грохнут здесь. Где колдуны? Вон колдун. Ну да, у колдунов, конечно, базовых урон... Примерно никакой. Не то чтобы его прям совсем не было. Но он, мягко говоря, низковат. Ладно, рано или поздно они его, если не убьют, то хотя бы замучают. Ну давайте, давайте. У вас есть отличный шанс. Отличный шанс замучить эту заразу. Я, правда, не помню, падает из нее что-нибудь или нет. И вообще имеет ли смысл ее мучить. И, возможно, смысла в этом не очень много. Но, видимо, мы этого и не узнаем. Потому что она, вон, выкакивает за собой железную руду. В общем, кстати говоря, не так уж и плохо. Потому что пользы от нее получилось больше, чем вреда. Может, ее вообще не трогать. Но она может зато прокопать что-нибудь нехорошее. Ладно, пес с тобой, золотая рыбка. Тем более, что она сама себя закопала. Можно было бы открыть портал сюда. Ну, да мы не будем этого делать. Так, здесь у нас еще есть немножечко угольку. Значит, откроем портал сюда, откроем портал сюда. Добудем отсюда серебро. Отсюда надо будет добыть золото. Серебро. Серебро, золото. Что мы так, стекло мы здесь напроизводили. Давайте смотреть, что у нас дальше идет по технологии. Технология общего сбора. Это нам надо. А общий сбор нам просто открыли. Общий сбор у нас просто есть, его надо просто применять. Перчатка лучника. Ну, когда у нас появятся лучники, она нам будет нужна, пока, в принципе, наверное, не очень. Книг с простым вооружением нам не нужно. Железные дубинки. Ну, кстати, можем через железные дубинки пройти дальше. Делаем себе итог железных дубинок.
Ну и, конечно, надо сделать лук, но для него нужны веревки. Разбирать кузовки как-то не хочется на веревке. Конечно, можно, но неохота. Ближе овец, чем здесь, нету. Здесь ближайшие овцы у нас хрен знает где. Монет у нас всего 12. Ну и да, и здесь ближайшая овца тоже хрен знает где. В общем, либо мы найдем веревки где-то в подземелье, либо не найдем. Тут одно из двух. Кстати, по-королевски 83% у нас уже здесь красоты. Между прочим, можно заменить еще вот здесь задние блоки и вот здесь задние блоки. Будет еще посимпатичнее. Так, что у нас? Блин, еще эти твари. Вот это вот очень опасная история. Особенно сейчас. Потому что ребята очень агрессивные, на этом уровне сложности еще чертовски опасные. Главное их не активировать. Так, не будем их трогать вообще, потому что если мы сейчас активируем, нам кранты. Так, куда ты пошла-то, господи? Вот, вот вам портал. Не ходите там, и ради бога, не ходите там. Сейчас активируйте этих ребят, все, будет жопа просто. Так, ну здесь надо расходиться во все стороны. Потому что здесь, во-первых, есть золото, которое нам необходимо дальше будет по технологической цепочке. А во-вторых, достаточно и во-первых. Мата нет, это мы вообще удачно зашли. Пока есть мана, отсюда надо все выковыривать, конечно. Мата, и тут золото. Так, нет, тут отсюда надо прям все выковыривать. Здесь мы прям будем пастись пока некоторое время. Гном атакованный, где? А что ты здесь делаешь? А, я понял, что ты здесь делаешь. Ладно, я надеюсь, что ты, колдун несчастный, с ним справишься. Если справишься, будешь молодец. В принципе, справился. В принципе, молодец, значит. У нас есть еще два посоха. О, как раз у нас есть маг. Ну вот у нас маг как раз получает посох тогда. Ты у нас кузнец. Тоже будешь с таким посохом ходить. Ты у нас шахтер, да? Значит, тебе мы дадим пока булаву. Тем тоже дадим булаву. Тем тоже дадим булаву. Просто они у нас есть, чтобы их, собственно, не раздать. С броней там, конечно, беда. Так, ну хорошо. Значит, теперь у нас есть некоторое количество ребят с булавами и некоторое количество магов. Потом, когда появятся веревки, у нас еще будет некоторое количество лучников. Но пока и без них обойдемся. Значит, с этой стороны можно будет добывать второй рядочек. И вот с этой стороны тоже. Золотишко берем все. Раз уж мы нашли такую удачную залежь золотишка, надо ее все обязательно переработать. Ну, хоть кирки нормально сделали, ладно. И то хлеб. Эту часть можно уже начать перерабатывать. Эту сейчас мы начнем перерабатывать, как только вот стой закончим. Осталось 19 секунд. 3, везде 3, да? Ладно, раз везде 3, значит, вот сюда выставляем портал. И через 38 секунд на нас нападут. Нас это, в принципе, не то чтобы очень сильно парит. Нападут и нападут. Если портал будет не сильно близко к базе, то, в общем, нас это не сильно цепанет. Мы тут как добывали, так и будем добывать. Надо только вот здесь посмотреть, чего. Не, ну, в общем, жила, на которую мы нашли, будет выработана полностью. Опять там эта зараза где-то бегает. Где-то бегает эта дикая собака. Главное, чтобы она нас не напала. Теперь здесь давай посмотрим, что у нас тут. Оу. Тут у нас проблема. Так, все по домам давайте. Все возвращаемся домой, потому что это сейчас будет не очень все здорово. Защищаться будем только внутри дома и выходить отсюда не планируем. Иначе вот эти ребята здесь всех закоцают. А что вы здесь делаете? Простите. Не-не-не-не-не-не, это вот, конечно, очень-очень здорово. Не-не-не-ка, но... И у нас один с маны. И это очень хреново. Один с маны это очень мало, потому что до следующего уровня еще довольно приличный. Маны нам в ближайшее время не дадут. Ну, в принципе, идите спать тогда, ребят, что я могу сказать.
Как-то есть кнопка, которая позволяет всех отправлять спать. Только я ее не помню. Надо будет посмотреть потом в настройках. Что они тут ковыряют? Они тут ковыряют все подряд. Благо им тут есть чего разломать, они все ломают. А вот то, что... ну то, что вы добыли дерево, это, конечно, молодцы. А то, что вы здесь все разломали, это вы, конечно, уроды. Ну, наша задача продержаться хотя бы до утра, потому что после этого у нас это парить уже не будет. Хочется им этим заниматься, за ради бога. А вот это я вам, конечно, не прощу. Разломать мне кусок блока здесь, это вообще будет неприятно. Ладно, вроде как светает уже. Сваливайте отсюда. Уже рассвет. Скоро рассвет, выхода нет. Вот зараза. Но этих придется валить. Этих придется валить. Я надеюсь, что... Да, мне хотел сказать, что я надеюсь, что маги справятся. Но нет, маги не справятся. Они сгорели просто так. Значит, нас осталось завалить только вот эту вот. Так, вот это надо восстановить. Вот эту вот штуку из грязи тоже надо восстановить будет. Что у нас тут еще? Дверь надо будет тоже восстановить, когда она появится на складе. Так, я разрешаю вам выходить из дома. Иначе эта тварь здесь все разнесет. О, внезапно. Гаргулии окуклились самостоятельно. Ну и замечательно. Сюда мы сейчас выставим дверь. Эту штуку мы сейчас добудем. Вот это вот дерево мы тоже должны все добыть, раз уж оно здесь выросло. Я бы еще воды отсюда добыл. И вот отсюда заодно. Может, еще кабана заохотить? Блин, интересно, у нас мага убили? Или у нас убили кого-нибудь похожего на мага? Кто им притворялся? И что у нас по еде? По еде у нас, кстати говоря, ничего. Надо им выставить еды, пожалуй. Нате вам шишков, нате вам яблочков и нате вам немножечко салатов. Хорошо, с этим все разобрались. Теперь что здесь? Здесь у нас завелись паучки. И здесь нам нужно добыть еще некоторое количество золота. И у нас осталось всего 13 мана. На то, чтобы добыть это все. Не густенько. Давайте я вам, наверное, ребят, помогу. Что ли? Чтобы все это ускорить. И попробуем через дерево технологии дойти до следующего уровня, для того, чтобы получить побольше всяких ништячков. Так, что у нас здесь? Отлично. Этого загубили. Вот это вот золотишко тоже неплохо было бы добыть. И вот это вот серебришко тоже неплохо было бы добыть. Хорошие жилы. Ее надо прям переработать полностью. И это, кажется, какой-то новый персонаж, которому, да, нечем ковырять. Значит, на тебе. Ты у нас кто? Ты у нас мельник. Значит, ты у нас будешь мельник, мак и лесоруб, просто потому что почему бы и нет. Ну да, шахтерские навыки им, конечно, не помешали бы, но сейчас им читать шахтерские книжки практически бесполезно. Потому что когда мы нападем на сколь-нибудь сильного врага, нас все равно всех похерят. Не, ну за счет магов, если они немножко прокачаются, мы сможем сражаться вот с этими ребятами хотя бы дистанционно, и это уже будет неплохо. Но пока они не прокачались, придется немножечко страдать. Портал закончился. У нас остается на 2 портала, и поэтому за эти 2 портала необходимо все это разработать. В принципе, все, что у нас здесь осталось, я думаю, что за 2 портала мы приспокойненько разработаем. Нам, по сути, надо это только утащить себе в логово, да и все. Вот это нам даже не надо. Давайте сосредоточимся только на том, где реально есть руда. Руда, конечно, кстати, может выпустить откуда угодно. И особенно монетки. Монетки тоже могут выпустить откуда угодно. Поэтому желательно перекапывать здесь все. Ну уж перекопаем, что перекопаем. Четыре минуты. Возможно, нам и не хватит портального времени для того, чтобы это все забить. 3 минуты. Ну, хотя бы золото надо забрать. Потому что из золота мы потом сможем проходить этап с золотыми доспехами и выходить куда-то на мифрил. Мифрил, правда, еще добыть надо. Тоже немаловажная история. Ну, хоть так. На мифрилу, вернее, надо дойти.
Минута. И остался здесь по факту один кусок грязи, то есть сейчас она его заберет, и вроде как на этом все. Да? Да, никто в этот портал больше не лезет. И у нас нет маны. Значит, с одной стороны, все нормально. То есть здесь мы добыли все, что хотели добыть. Можно кабана еще грохнуть. А вот этого товарища тоже, кстати, неплохо было бы грохнуть. Но он такое ощущение, что грохнет нас сейчас сам. А нет. Из него выпало какое-то количество слизи. Кабан тоже сейчас даст просраться, если захочет, конечно. Ну да, он кабан тоже не хочет становиться просто так обедом. Кабан очень активно отбивается. Но шкуру с него мы все равно хотим снять, поэтому нам придется его атаковать. Эти говноеды пытаются сюда зайти и зайдут. Хотя, может быть, не успеют зайти. Зайти успели, к сожалению. Но, в принципе, наступило лето, поэтому, может быть, да. Может быть, они сейчас уйдут. Да, они ушли. Замечательно. Мы продолжаем мучить кабана. Кабан скоро сейчас умрет от старости. Но тем не менее. Главное, что мы добьемся своей цели. Надо будет еще, кстати, произвести некоторое количество дверей. Значит, из кабана у нас выпало определенное количество шкур, мяса и каких-то еще вещей. Значит, кабана мы мучили не зря. Лады, теперь давайте посмотрим, что у нас по технологиям. На добытые нами ресурсы что-то мы сможем наверняка сделать. Но у нас по-прежнему нет веревок. Веревки надо искать где-то. Либо покупать вот этого товарища, но это, конечно, кощунство, потому что этого товарища надо купить генератор маны, а не веревки. Тем более, что веревки там стоят, наверное, как капец, да? Хотя нет, веревка стоит 1 золотой. Че, взять у него пару веревок? Пока что. Потому что 6 маны у нас стоит открыть портал. Портал мы пока открыть не можем. С другой стороны, если мы сейчас получим уровень, то сможем открыть портал, и нам, в принципе, это нахрен будет не нужно. А что здесь тупить? А, я понял, что здесь тупите. Так, все, открываем вам дверку. Я думаю, смотрите, что-то ребята не могут никуда попасть. Теперь понятно, почему. Мы дверку закрыли, а открыть дверку потом не открыли. Значит, восстанавливаем сюда, потому что нам это пригодится. И давайте попробуем перейти через вот эту вот технологическую часть тогда. Можно сделать еще пару посохов и сделать... Ну, лук пока не можем сделать, да, сделаем еще дубинку. Значит, этого нам хватит для того, чтобы пройти вот эту вот часть. Добротная мебель. Добротная мебель у нас делается из чего? Сначала нам нужно пройти этап светильников. Для того, чтобы у нас получилась добротная мебель, переносная лампа делается из 2 единиц стекла и масла. А масло делается... Ну, масло, кстати говоря, халявная технология, поэтому масло можно сделать. Настенная лампа у нас тоже делается из этого же. Ну, давай сделаем некоторое количество настенных ламп тогда. Можно заменить на настенные лампы все, что у нас есть в этом. Стекла, конечно, жалко. Осветительные стойки, не знаю. Свечи. И железно-рудые камни. Ну, давай сделаем пару свечей. А, они прям вообще хорошие. И давайте делаем побольше свечей. Таким образом, получилось сразу пройти всю технологию. И это вообще замечательно. Единственное, что лампы. Можно заменить где-нибудь вот здесь? Вот, нет, сначала убрать надо, да? Удалить факел, удалить факел, удалить факел. Они же настенные. Мы же можем их сюда поставить, правильно? Так, отлично. И технологию с вооружением мы тоже прошли. Теперь вот сюда мы можем поставить некоторое количество ламп. Они, скорее всего, должны поднять у нас по декору что-то. Я не посмотрел, но, по идее, должны. О, смотрите, как у нас красивенько становится постепенно. О, красота. Лепота, красота. Простые укрепления. Значит, деревянная клетка. Сюда, опять же, нужны веревки. Деревянные рогатины. Ну, деревянные рогатины в качестве простых укреплений. Это прям то, что надо. Я, правда, не помню, можно ли ходить через деревянные рогатины. То есть, если я их вот здесь вот понаставлю, по-моему, ходить через них можно. То есть, они будут задерживать только вот этих вот всяких злонамеренных ребят. А у нас все будет с ними норм. Это мы сейчас очень просто выясним. Мы возьмем просто эти рогатины и дорастаем их здесь.
Потому что они вот откуда-то отсюда заходят. Сверху мы их ставить не можем, зато можем ставить вот здесь. Где-то. Ну, как-то вот так вот наставим рогатин. По идее, они должны начать немножечко задерживать злодеев. Так, ты куда, маг недобитый, полез? Господи, мотай ты, дурачок. Я у мамы дурачок. Короче, маг у нас решил самовыпилиться. Вали отсюда. И ты вали отсюда. Ты что здесь забыл? Подождите, ребят, вам что, хлебом намазано? Что вы здесь делаете вообще? А, вы пришли воровать ресурсы у них. Это, конечно, очень смелое решение. С другой стороны, если мы объединимся толпой, может быть, мы и сумеем... Ну, конечно, мы их сумеем забить. У них есть веревки. То есть, если мы забьем вот этих ребяточек, мы сможем добыть у них веревки. Как насчет пойти посражаться? Ну, по-видимому, пойти посражаться... Такая хреновая история была. Минус один. Ну да, идти сражаться с ними на данный момент пока что рановато. Ну, запомним, ладно. Делать пока тут нечего. Может, все-таки заодно купить веревок, раз уж я тут нахожусь. 15 монет. Монет-то мы еще добудем потом, либо героя. А кто у нас еще по героям? Механический гном, которого вдохнул известный изобретатель. Старый воин, который готов встать в строй. И рыцарь-фанатик для всех окружающих воинов. А что он делает, я не помню. Его же еще ты собирать еще надо будет, эту историю. Он же, по-моему, не просто так ставится. Рыцарь-фанатик. Тинкертон. Тинкертона мы... Давайте возьмем Тинкертона. Нам дадут чертежик. Сейчас мы этот чертежик... Мы же заберем чертежик, правильно? Господи, что вы делаете? Заберите чертеж, пожалуйста. А, чертеж могу забрать сам я. Угу. Бари Тинкертон из переносной лампы, кусочка стали, гвоздей и угля делается. Куда ты пошел? Что ты делаешь вообще? Да какой дуратак, что ты, блин, творишь? Ну, забей его, ладно. Я хрен его знает. Если эти воины ушли, а мы можем их забить, давай их забьем. Я хрен его знает, что с тобой делать еще. Короче, пока мы их раздергаем, будем забивать вот этого. Пока они за нами бегают. Допустим. Нет, сейчас они что-то сражаться не хотят. Ладно, давайте тогда домой. Черт бы с вами. Идите пока домой, отдыхайте, отсыпайтесь, и вам это все дело пригодится. А мы посмотрим, что мы еще можем сделать. Так, значит, с колями мы разобрались. Технологии с простых укреплений мы прошли практически полностью через это. Удочка для ловли рыбы. Опять же, нужны веревки. На уху нужна, соответственно, рыба. На ведро с червяками нужны ведра и земля. Ну, в общем, мы как бы можем это сделать. И нам придется это сделать, потому что без него мы не перейдем в лабораторию, и у нас не будет импов. А импы нам очень нужны для переноски всего. Теперь давай посмотрим по улучшенным постройкам. Домики совокота и домики жабалиска. И домик импа. Для этого нам нужна ткань. А чтобы сделать ткань, нам нужна шерсть сраная, блин, и нам нужны краски. А краски, чтобы сделать... Краски, кстати говоря, мы сделать можем. И мы тогда пойдут фулл-фабрикаты. Ну, давай мы тогда сделаем краски. И по факту у нас закончилась вода для того, чтобы доделать еще краски. И нам дали уровень. А, ну вот, с этим уровнем можно сейчас будет наделать делов. Во-первых, отсюда можно будет набрать воды. Это раз. Это надо закрыть сразу. И так как нам дали уровень, теперь мы можем телепортнуться до овечек. Только не ночью. Ночью телепортнуться до овечек, конечно, можно, но это будет последний раз, когда мы туда телепортнемся. Их надо чем-то защищать. Обычная броня, которая у меня есть, это все чушь. Она на этом уровне сложности не помогает. Ничем вообще. Даже если вам кажется, что она помогает, нет, ни хрена она не помогает. Ладно, мы раздадим тогда посохи нашим худосочным магам, которые постоянно дохнут.
Такова их судьба. У нас есть еще топоры. У этих как бы все пока что есть. Что у нас по броне? Ну, по броне у нас ничего нового нет. Броню надо будет делать, скорее всего, наверное, золотую какую-нибудь. Мы для прохождения этапов будем делать, но чуть попозже. Так, и вот этого товарища надо будет загрызть. Ну, вот два мага неплохо раздергивают, как несложно заметить. А когда они станут покруче, они смогут еще колдовать всякие другие нелепые заклинания. И от этого станут еще опаснее. Но это будет сильно позже. Ну что ж, ладно, оставляем наших ребят тогда отсыпаться. А в следующей серии пойдем за шерстью, сделаем себе еще пару лучников и продвинемся дальше по технологиям. Спасибо, ребят, за внимание, оставайтесь на связи. Узко известный в широких кругах. Строил заводы в игре Виталях. Строил заводы. Чужие смотрел. В общем, контент делал так, как умел. Зритель внимательный, ловит момент и оставляет правдивый коммент. С ним соглашаюсь, конечно, и я. Автор не видит порой небуя.